Всем здрасте. Вот смотрите, вот сколько открылось, да? А сколько не открылось. Ну, кстати, вкусные. Очень-очень вкусные. Это орешки. Орешки. Как они называются? Руки, кстати, такие после них. Потому что тут крахмал и соль. Абрикосовые, короче, орехи. Они у нас продаются по 250 рублей за килограмм. Они соленые. Вот столько не открылось. Их берут пиво. Но я без пива. Ну, вкусные, кстати. Кому попадется, попробуйте.